25 мая на площади рядом с администрацией города состоялось торжественное открытие новой детской игровой площадки. Мероприятие посетила наша съемочная группа. Установка площадки стала возможной благодаря плодотворной работе Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциации территории расположения атомных электростанций и Десногорского городского совета ветеранов войны и труда. Свою помощь также оказали администрация и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Первые лица города искренне поздравили маленьких жителей Десногорска с открытием новой игровой зоны. Нам хочется, чтобы вы, когда посещаете эти игровые площадки, спортивные игровые комплексы, пользовались ими, бережно относились, ну и, соответственно, чтобы они вас радовали чем-то новым, неизведанным, потому что многие формы, которые мы постарались сделать для вас, они, в принципе, на территории нашего любимого города появились впервые. Я вас хочу поздравить, что у вас появился такой комплекс. Хочется, чтобы вы здесь хорошо, красиво отдохнули, и чтобы у вас не было никаких проблем. После официальной части мероприятие продолжилось спортивно-развлекательной программой, которую подготовили сотрудники Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами города. Игровые площадки предназначены для развития у детей интереса к активному отдыху и спорту. Поэтому самым важным для нее критерием является надежность. Оборудование новой площадки и ее покрытие обеспечат детям комфортную, безопасную игру без травм. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Ясна ТВ.